С вами компания «Электромотор». Хотим представить вашему вниманию дренажный насос от торговой марки «Рудес». Здесь у нас представлена моделька DRH750F. Это электронасос, который предназначен для перекачки дренажных стоков. Он у нас идет в чугунном корпусе с поплавковым выключателем, с кабелем для питания 220 вольт. Здесь снизу идет у нас забор жидкости. Имеется специальная сетка, которая отсекает крупные включения, не забивается насосная часть. Рабочие колеса расположены у нас здесь, в этой части. На боковой части имеется выход на патрубок, переходник имеется пластиковый на шланг. Устанавливается на ножки пластиковые. По техническим характеристикам он у нас идет на 680 Вт. Производительность 117 литров в минуту, 19 метров напор. Очень хороший дренажный насос для откачки стоков. Для того, чтобы заказать или подобрать данное оборудование, обращайтесь в нашу компанию, к менеджерам. Также спрашивайте скидку, так как цены на сайте ознакомительные. Вашу цену вы можете всегда уточнить у менеджера. Телефон для покупок 044-530-38.